Я делала последний год жизни Пушкина. И когда... Кино? Я спектакль делала. И там есть высшая математика, то, как он выстроил свой последний год. И когда у меня дочь приехала к тебе и мне сняла вот эту вот картину, я вдруг увидела тот старый свой спектакль, где Пушкин математически точно выстроил последний год своей жизни. И ответ на него никто так и не получил. А вот когда смотришь на картину, видно, что ответ был не нужен самому Пушкину. Что, кстати, чувствуется на мойке в его квартире в Питере. А вот мне вот в этой картине видно, что ответ не нужен. Но он же правильно спланировал. Пушкин наказывал общество своего окружения, которое его предало. И он математически точно все выстроил, чтобы наказать каждого. Умнейший гений, он все сделал. Он просто все предусмотрел. Он все подчистил перед тем, как ушел. Так же, как у Булгакова «Мастер Маргарита». Не хотел, чтобы ее ставили. Он математически ее все зашифровал. А скажи, пожалуйста, твои ощущения какие здесь? Ты чувствуешь, что здесь немножко колбасит? Не немножко колбасит. Концептуально, конечно, с Пушкиным мне... идея стала теперь понятна. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, когда вы пояснили по поводу заложенных в ней... Это невозможно было понять, пока это все было в виде маленьких миниатюр на сайте. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить руководство музея Льва Толстого в поселке Лев Толстой, Крылову Раису Николаевну лично, заведующую филиалом музея, за то, что они дали мне прекрасную идею и сделали заказ на ряд картин, посвященных нашим великим гениям вот в таком стиле, как Пушкин.